Как охотится на леопарда? Охотник вышел на работу. Ждет леопарда. Нападает на тебя леопард. Зажимает им глотку и перекидываешь через себя и мочишь. Ух ты! Это жизни понадобится вот это. Это обязательно. А еще берешь тигра. Тигра взять легче. Тоже так же ожидаешь. Берешь его и валишь через себя, переворачиваешься и мочишь. Усту! Это тигра так, да? Учкуду, колхоз моя. А так, ну камень по ихному стилю что-нибудь, ясно? По сильному стилю, если на тебя тигр идет, околяешь или вот так вот голову скрываешь, чтобы он тебя сильно не укусил. Вот зажимаешь шею, мочишь, переворачиваешься и так усту, усту, мало. Вот это последний вообще опасно. Вот это последний. Это... Для чего вот это? Голову закрывать, для чего? Чтобы не было пытки, чтобы он тебя сильно укусил. Или есть способ по-другому. Также тоже приседаешь, тигр на тебя идет, его ловишь ногами и переворачиваешь, и тоже шею. Ух ты. Да, вот это да. Да, вот это надо будет.